На Ямале озвучили результаты первого госэкзамена. Государственная экзаменационная комиссия округа утвердила результаты ЕГЭ по русскому языку, который прошел 27 мая. Напомню, школьникам было необходимо набрать как минимум 36 баллов. 11 выпускников справились с заданиями на все 100. Максимальное количество баллов набрали по четверо старшеклассников из Ноябрьска и Надымского района, двое из Салехарда и один из Муравленко. В прошлом году 100 бальников было семеро. Как отмечают в окружном департаменте образования, количество участников, не преодолевших минимальный порог по предмету, станет известно после пересдачи. Исправлять оценки выпускники будут 18 июня. А сегодня выпускники школ сдавали ЕГЭ по обществознанию и химии. Традиционно обществознание – самый популярный предмет по выбору. В каждом регионе сдача единого государственного экзамена началась в 10 по местному времени. На экзамене по химии выпускникам можно было пользоваться непрограммируемым калькулятором. А вот за попытку пронести мобильный телефон школьников попросту удаляли.